Всем привет, друзья, с вами Федя, и добро пожаловать на мой 69-й выпуск под названием «Ночная сова». Сегодня мы с вами поговорим о сегодняшнем половину хорошем дне, половину немного плохим. Вот. Сегодня я встал, пошел помылся, и потом начал завтракать. Когда я позавтракал, папа мне сказал сразу одеваться, но я ему сказал: «Зачем одеваться-то? Первый урок же физкультура». А он так спрашивает меня: «Федь, ты серьезно? Чё ж ты мне не сказал-то?» А я ему потом говорю: «Ты должен уже сам это знать». И правда, пап, ты уже должен запомнить, что во вторник первым уроком всегда физкультура. Заруби это, пожалуйста, себе на носу. Вот. Немного полежал потом и пошел в школу. Вот. На русском мы там начали новую тему. ОЕ пос... Нет, мы начали первую тему на первом уроке. Называлась она... Две буквы Н в словах. Ну, прилагательных, в общем, да. И вторую. Нет, мы сначала начали первую тему. Она называлась ОЦ прилагательных. Я перепутал. Вот, все перепутал. Вот. Хотя нет, не ОЦ. ОЕ. Прилагательных. Блин, уже все из головы вылетело. Вот. И потом, в общем, все там мы написали. И на следующего... И на... четвертом уроке продолжили. На математике мы там продолжили тему эту. Вот. И на уроке, когда вызвали Шлякова, он стал что-то там писать сразу. Хотя там надо сначала было начертить координатную ось, поставить точку 0 и все сделать остальное. То же самое с Вегерой. Она стояла и ничего не хотела делать. Марина Борисовна такая: «Чё стоим-то?» И говорит: «Не, ну я как двойки буду стоять, так буду сразу же выставлять ее в журнал». Из-за них мы не смогли столько решить. За них, вернее. За них. Просто из-за них. Из-за Шлякова и из-за Вегеры. Кстати говоря, Вегера сегодня отвратно себя вела. Грубила мне, говорила: «Успокойся», когда я смеялся над чем-то смешным. Ничего. Еще четверть долгая. Я успею ей глаз на анализ натянуть. Вот. На биологии у нас там была... Вы знаете, что там было. Не, ну я там повторял на перемене. Ну, перемена очень была короткая. Ах, неудовлетворительную отметку поставят. Только, пап, я тебя очень прошу. Не это...
Без злости и гнева, пожалуйста. Вот. Ну, там несколько вопросов я ответил. Остальные что забыл. Вот, ну ладно. На втором русском мы там начали еще одну тему и делали работу на листочке. Я получил 3. Вот за изложение я получил 4-3. Не помню, когда это изложение было. И за словарный диктант 5. Еще какую-то третью тройку я получил, но не могу никак вспомнить за что. Вот. Ну и мы начали там вторую тему, которая называлась «Две Н или одна Н в прилагательных». Вот. На истории мы там писали проверочную работу, отвечали на вопросы, ну, которые нам, ну, задания делали, которые нам говорила учительница. Вот. И у меня там 3 за нее. Сразу в электронный дневник посмотрел дома и увидел там 3. Ладно. Ну, потом я пошел домой, меня папа там... Мы встретились с папой, пообедали, и я начал делать уроки. А бабушка пошла крестики делать. Ну, там, чинить. Ну, и что-то там делать. Не помню, просто с головы уже все вылетело. Ладно. Вот, ну я сделал все уроки. И потом мы с бабушкой начали повторять эти самые вопросы. Устно. Шпоры заглядывали, повторяли. Я ей говорю, она мне говорит, ты поднимай руку и отвечай. Вот. Сегодня мне повторять. Вообще очень долго. Но несколько там ответов я могу повторить. Вот, а я ей говорю, зачем? Зачем? Я все равно успею получать хороших отметок и набрать нужный балл. Она продолжает свое. Вот. Ну, а потом я поужинал, помылся и продолжил повторять. Еще завтра в школе повторю. Вот. Ну и сейчас, после выпуска. Вот, ну а потом уже спать нужно было. Сегодня ночью я повторю ответы. На этом все. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайк, если хотите еще ночной совы. И чтобы бабушка не приставала ко мне с такими вот предложениями. Ну, как-то так. Вот. Всем пока.
Но я пойду повторять.